Всем привет! Очередная посылка перед морюшком. Доставлялась она в районе 2 недель. И упакована совершенно, так сказать, безалаберно. Коробка-то мягкая, могла и помяться. Ну да, он углы немного подбитые. В общем, в принципе, поролон. Как говорится, что с ней будет. Это все, до свидания. Чпунь, 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 класс. Имеет два крепления. Раз и два. Ну и еще защелку. Но, в принципе, не об этом речь. А о том, чтобы все влезло. Я так понимаю, что, ну да, нужно будет снимать. Перед тем, как засовывать. Перед тем, как засовывать, всегда нужно снимать коннектор для телефона. Ну, в принципе, закрывается, даже стикер есть. Попробуем включить. Бам-бам-бам. Чпуньк. Вуаля. Все работает. Раз, раз, раз. 1, 2, 3, 4, 5. Даже снимает. Примеры видео будут в самом конце. Стоит данная штука не так-то и много по сравнению с аналогами, которые были в 2020 году. В общем, это мне обошлось приблизительно в 1100. Опа! Так, выключаем. Ну, довольно-таки мило, удобненько. Два универсальных крепления, я думаю. Если один отпуск переживет, то задержится. Это лучше, чем в контейнере снимать на катамаране водном. Коннектор только нужно будет куда-то ложить. Там в сумку, либо еще куда-нибудь. Ну, а так, в принципе, неплохо. Кому понравилась данная распаковка и кейс, ссылки будут в описании. Всем пока! Thank you.